В социальных сетях появились жалобы на качество работы автобусного маршрута 888К. Расписание не соблюдается, на остановках большие очереди. На обращение жителей откликнулись в администрации округа и транспортной компании. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Автобус «Три восьмерки» начинает маршрут от улицы Люберка. Курсируя по проспектам микрорайона «Красная горка», привозит пассажиров к станции метро «Некрасовка». Чтобы на остановках не создавалась длинная очередь, в утренние и вечерние часы интервал движения сокращен. Но сбои в расписании случаются. И не только из-за пробок. Мы сегодня усилили здесь транспортное обслуживание. Автобусы увеличили количество до 13 штук. Было на линии вчера 8, одна попала в ДТП. Было ДТП вечером у нас на улице воинов-интернационалистов, поэтому образовалось у нас скопление пассажиров на метро «Некрасовка». Ну, сегодня мы усилились, вот сейчас никого нету людей, ну, в смысле, на посадку, очередей нету, все как бы нормально. На данном маршруте был обследован пассажиропоток в прямом и обратном направлении, соответственно, увеличен подвижный состав на 3 единицы малого класса. Маршрут работает в штатном режиме, значит, все пассажиры были выведены в режиме ожидания не более 5 минут. Маршрут 888К перевозит более 3000 пассажиров в день. Сейчас на линии работают 13 автобусов малого класса. Чтобы избежать длительных ожиданий и очередей на остановках, транспортная компания готова их количество увеличить. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.